У меня за спиной Жигули копейка. А еще дальше гостиница Черное море. На вид прилично. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Что там у них внутри? Коридор. Номер. Отель уникален вот этой своей реализацией. Проблемы остекления. Вот здесь, видите, было советское остекление, металлические рамы, стекла. И чтобы выглядело красиво и стало теплее, просто вот стеклопакеты такие снаружи установили. Можно к соседям немножко заглянуть. Видите, у них такая же история. Был такой балкон некрасивый, а теперь все это вот так симпатично выглядит. Но сверху зашили металлом, и туда не посмотреть. Ну, естественно, если у нас вот такой здесь стекловой экран, то с соседних балконов слышно кое-какие звуки. Вот я лежу на кровати, я слышу. Ну, есть повод подружиться с соседями.
Еще один из минусов такого подхода, то что если соседи курят, то да, к тебе тоже попадает. Ну вот я ушел, я как этот, человек в маске. Я ушел на час, оставил балкон открытый, возвращаюсь, тут жутко накурено. Так что, уходя, лучше закрывайте дверь. Саркофаг. Ну, понятное дело, что это эконом. Эконом в их понимании вот такой. Стоит 1900 рублей или 750 гривен на текущий момент. Но мне пока что вполне удобно. Тихо, вид, ничего. Пульт вот работает. Телевизор большой. Не знаю, розеток хватает мне. В общем, правда, я еще не купался. Но горячая вода есть. Есть, ребят. Ну и напомню, что сегодня 1 июня. Думаю, что зимой здесь цены немножко другие. Wi-Fi есть персональный. В общем, ну я думаю, вам тех кодов сколько хочешь дадут. Wi-Fi быстрый, видео можно смотреть. В номере. Wi-Fi в номере. На 6-м этаже. Сейчас, смотрите, в отеле еще прикольно, здесь три лифта, один не работает, один новый, один вот старый, еще вот 86 года, может вообще сначала гостиница, вот он такой. Видите, все делают для развлечения посетителей, даже лифтами играют, какой-то отключили, какой-то новый, старый, молодцы.
находится гостиница на пересечении двух улиц, Малой Арнаутской и Ришельевской. Как я понимаю, самый центр Одессы –